Edgara. И он пошел на то место, где они могли проходить мимо. Un tad, kad viņam vienos viņš akos, kā viņš var tikt līdz viņam? И он слепой, как он может добраться до Иисуса? Тут бы я к виням тецу, он сказал, клет, Иисус, Давид Даус, дзиедин, ну Давид Даус, ну он же ксауца виня. Он взывал, Иисус, сын Давида, помилуй меня. И тогда, когда с Девклопом, то я сказал, Иисус, Давид Даус, дзиедин, мане. Тебе иногда в служении надо сказать, Иисус, сын Давида, помилуй меня, исцели меня. Бей севета, когда садкал, когда виня бия, виня ши асенс, ну, не, ну, Tecēšana bija 12 gadus, un viņa nevarēja viņu dziedināt. Viņa bija žena, strādāja ar kravatičeņiem, ja 12 lietu etim strādāja. Viņa atkal gāja uz vietu, kur bija mācekļi. Она ходила на место, где были ученики. Starp mācekļiem vienmēr ir Jēzus. Между учениками всегда есть Иисус. Starp mācekļiem ir Jēzus. To es tagad pateiktu. Tu man vakar Dievs lika tā ieraudzīt vēl. Между учениками есть Иисус. Ej tur, kur ir mācekļi. Иди туда, где есть ученики. Mums bija piekdien, mums bija brauciens uz Kuldīgu, kur sanāca visas Kurzemes draudzes. Nu, ne visas, bet daudzas Kurzemes draudzes. Bila služenie v Kuldīgi, kudā mēs paiekļi, kde bila mnoga cirkvei iz Kurzemes. Mēs lūdzām par savu zemi, par Latviju. Мы молились за Латвию, за нашу землю. Mēs lūdzām par nākotni. Мы молились о будущем. Mēs iestājāmies par bērniem. Мы стали защиту детей. Un šo zemi neviens cits nevar pacelt, kā Kristus atkal. Viņš jau vienreiz ir pacēlis mūs. И эту землю никто другой, как Христос, не может поднять. Viņš var pacelt mūs. Он может нас поднять. Tas jau bija 17-18 gadsimtā jau notika tas. Это в 17-18 веке уже происходило. Kad Latvijā attīstījās šis brāļu draudzes. Когда в Латвии открылись эти братские церкви. Pacēlās skolas grogu vietā. Когда вместо кабаков открылись школы. Tas viss bija, viņš var visu. Он может все. Jo viņš dziedē cilvēku no iekšienes. Потому что он исцеляет человека изнутри. Bailes aiziet. Страх уходит. Uzticēšanās atnāk. Приходит доверие. Tāds gars atnāk. Дух победы. Пред тумс отна. И борьба против тьмы приходит. Пред слимибом. Против болезней. Не. Нет. Тут Дьявол сатнак тава тициба. И Бог приходит по твоей вере. Виж та милость, что послал. Он так возлюбил этот мир. Кто дал свой вен под землю, что дал? Что он дал сына единородного. Чтобы каждый, который верит ему. Не весь венкаш, виж он та, виси тагад по карте. Не, кури тицес. Он не просто отдал и все подряд потом, но только те, которые верят. То вардиню даудзи айзмест. Куда это сделал? Все, я венчу то, венчу дарит то, венчу дарит шито. Где же этот Бог? Это слово, ну, забывают. И говорят, что где же этот Бог? Слово веры забывают. Тицība. Вера. Без тицības невар Dievs dziedināt. Без веры Бог не может исцелить. Jēzus aizgāja uz to vietu, uz savu dzimteni, kur viņu visi uzskatīja par, ai, viņš tur Jāzepa dēls, ai, viņš tur kaut kā, ai, viņš tur bērnībā tāpat neklausīja, viņš tur vispār, ai, viņš tur kaut kāds mēbels tājas un ko tur. Иисус пошел на место, где его, он родился, где он жил, вырос, и он, его знали там, как столяра, как просто простого сына Иосифа. Kā tur dziedināšana, kāds muļķības? Kāds brīnu tur notika, какие чудеса, какие? Он же простой человек. Какие чудеса? Un tur ir, teikts, ka viņš nevarēja dziedināt. И там сказано, он не мог исцелять. Tāpēc nebija ticības. Не было веры. Nebija ticības. Не было веры. Tad, kad uz turien gāja citi mācekļi. Когда туда пошли другие ученики. Viņiem labāk izdevās. Им лучше получалось. Jautājums, ko mēs redzam šajos mācekļos? Вопрос, что мы видим в этих starp учениках. Starp mācekļiem ir Kristus. Viņi paši nav Kristus, bet starp ученики viņiem ir Kristus. Ученики не являются Христом, но Христос между ними есть. Un tur, kur ir Kristus, tev starp tiem mācekļiem, tev ir jānocer Kristus. И между этими учениками тебе надо поймать, коснуться Tāpēc Христа. Tāpēc esi vienmēr tur, kur pielūdz Kristu, kur ir Kristus mācekļi, и bet tev ir тая vidē, там, jāsatiek в той среде, Kristus. Где поклоняются Христу, где его, ему молятся, где учат о нем. И тев ir jāsatiek Kristus. Тебе там надо встретить Христа. Bartimejs sākos, dodiet man Kristu, kur tu esi, Kristu, kur esi. Viņš meklē, viņš pa to baru, viņš taustīja pa kātē, nē, viņa rāva apakā, viņš nē. И Бартимей, он незрячий, он старался Ши найти сieviet. Христа. Viņa bija nespēkā. Ja tu asins daudz zaudē, tev nav spēka. Когда ты много крови теряешь, у тебя нет силы. Bet viņa rāvās klāt pie kaut kur te Kristus. Где-то здесь есть Христос, она старалась найти его. Dažkārt šī ticība ir vajadzīga, bez tā nevar. Эта вера необходима, без этого невозможно. Mēs esam Bībelē vietas, kur bija tā, kad, teiksim, tēva ticība palīdzēja bērnam.
Есть места, где вера отца помогла сыну. Когда отец сказал, у меня сын, который беснуется. Если ты можешь, если ты хочешь, если ты хочешь. Такая, как неверие было. Если ты хочешь, если ты можешь. Иисус сказал, тому, кто верит, все возможно. Un tad viņš noticēja, un tas dāvs tā brīvs. И тогда, когда он поверил, сына соврис, это была вера отца. Vecāku ticība strādā pie bērniem. Principi vera, vera родителей работает у детей. Vecāks ir pilnīgi vecākam vienalga, kas ar bērnu notiek. Когда родителям все равно, что viņš tikai par sevi domā. С детьми происходит, он только о себе думает. И сацīvē, и garīgā jomā vispār nekā. И в духовной сфере тогда плохо. Es zinu, ka vecmāmiņa man ir izlūgusi. Я знаю, что моя бабушка меня вымолила. Gan tās skar, gan arī tuberkulozu man bija. Это и касается того, что туберкулез у меня был. 4 gadu vecumā bija tuberkulozu. Когда мне было 4 года. Tajā laikā bērni mīra no tā. В то время дети умирали от этого. Un doktors Pornieks, diemžēl, nav Dievs. И доктор Pornieks, он не является Богом. Bet brīnumainā kārtā viņš man izcēla. Но он чудным образом. Lai gan man jau bija krampis, es jau biju zila. Un ja уже посинела, уже были судороги. Tajā laikā mana ticīgā vecāmāte mani ziedoja Dievam. Un tikai tāpēc es šodien šeit stāvu. Я знаю, что моя бабушка, она в то время она молилась. Viņas ticība mani pienesa Kristu. Ее вера принесла меня ко Христу, и поэтому я стою здесь. Tur ir Bībelē notikumi, kad draugi, četri draugi atnesa vienu, kurš bija, nu, triekas cets, teikts, tizlis, viņš Четыре друзья принесли одного в Библии есть случай. Так парализация. Как парализованный он был. Viņš nevarēja neko it kā. Viņš jau pat arī negāja pie to Kristu. Viņš arī nemeklēja tos mācekļus. Он не искал учеников. Bija četri draugi. Было четыре друзей. Ar верующие, с верой. Viņi atnāca līdz šim namam, līdz šim sapulcē. Они пришли к этому собранию, где поклонялись Богу. Bet bija pilna telpa. Было полное помещение. Nevar saprast, vai tā bija maza telpa, liela, bet viņa bija pilna. Непонятно, было большое помещение, маленькое, но туда добраться, что они сделали? Viņi ar visām tām nestuvēm uzkāpa uz jumta, izjauca. Они со всеми носилками забрались на крышу, разобрали крышу. Un nolaida visu lejā. И опустили его. Un viņš cietinājās. И он исцелился. Viņš teica, kura ticība palīdzēja? Draugu ticība. Какая вера помогла? Вера друзей. Bez ticības nevar cilvēks būt iedzināts. Ticība vajadzīga. Без веры не может человек быть исцелен. Nē, es ticu. Kristus brūcēs esmu dziedināts. Tev надо быть уверенным, что нет в ранах Иисуса Христа я исцелен. Mūsu tēvs mūs ir radījis. Наш отец нас родил, создал. Un kā Makarenko saka? И как Макаренко говорит? Дима Макаренко, евангелист. Евангелист Дмитрий Макаренко. Kas tā runā, ja? Таким голосом говорит. Ты исцелен! Боже, вера! Поможет тебе! Viņam ir nenormāla ticība. У него сильная вера. Viņš saka, mūsu tēvam ir rezerves daļas. Он говорит, у отца есть запасные части. Viņš saka, ja mašīnai rezerves daļas ir. Если для машины есть запасные части. Tad Dievam priekš cilvēkiem arī, es to ticu kā bērns. Он говорит, я верю как ребенок, что есть. Un es saku cilvēkiem. Я говорю людям. Tev ir slima sirds? Tevī больное сердце? Tēvam priekš tevis debesīs ir jauna sirds. У отца на небе для тебя есть новое сердце. Viņš saka, viņam bija viens gadījums. У него был один случай. Viņš sarakstās ar no cietuma, cilvēkiem no cietuma. Переписывается. Viņš pats bija cietumā, narkomāns bija viss, kas bija. Он сам был в тюрьме и наркоманом был. Un interesanti, ka viņa переписывается с ним. Брат, kas arī bija tāds pats. И брат его был таким же. Viens tagad ir evaņģēlists pasaules līmenī, kas brauc pa visu pasauli, pa Čīnu, Pakistānu, kur tik visur, ne? Один разъезжает по всему миру. Un otrs ir Ukrainā deputāts. И второй на Украине депутат. Бывший наркоман. Бывший наркоман. Ноticējuši Dievam. Поверили Богу. Изменили свою жизнь. Изменили свою жизнь. Un viņš saka, un tagad tur bijis viens vīrs, kas viņam rakstījis pēc kaut kā dievkalpojuma, nu, kas bijis cietumā, raksta viņu, nu, zvana. Nu, tur it kā cietumā nevar būt tie telefoni, bet, nu, viņš saka, nu, mums tur ir tāds savas sviesas, un viņš man zvana. И там как бы в тюрьме не могут быть, там было служение, и он теперь звонит, но в тюрьме не, как бы, нельзя телефоном быть, ну, там какие-то свои связи, он звонит теперь. Он, viņš saka, es man pateicu doktors, ka man ir tuberkulozes vispēdējā stadijā, man palikšu divas nedēļas. И он говорит: "Мне сказал доктор, что мне туберкулёз, мне осталось 2 недели жить". Знаете, как тут я у нас супер больница, вы не? Там же нет супер больницы в тюрьме. Ну, тут ильяк палата, где все помазамирс.
Положили в палату, где все потихоньку умирают. Un Dima viņam pa telefonu teica tā. И Дима ему сказал по телефону. Es ticu, ka Dievam ir, ja, viņam ir priekš tevis divas jaunas plaušas. Он говорит, я верю, что у Бога для тебя есть два новых легких. Jo tā bilde tur, ka rād, nu, ka tas rentgens, tur visi caurumos. Рентген, то, что показали, там все в дырках. Saka, tev būs jaunas plaušas. Он сказал, тебе будут новые легкие. Tev atnāks eņģels un atnesīs jaunas plaušas. Tevi pridot angeli, prinesot tevi novie ļohkie. Šis vīrs te brīdī, viņam nav, viņš tā noticē, ka viņš pusotru dienu, viņš vispār negulē, viņš bija priecīgs, viņš visiem teica, man atnāks eņģels, atnesīs jaunas plaušas. Un pavērīja visi tie cietumnieki teica, nu ir ferīgi. Ne, tie ostalnie v tjurmē zaključonie gavarīli, ty čohnulsi, un visiem gavarīl, Мне придет ангел, он принесет мне новые легкие. Viņš baidījās palaist garam, viņš negulēja. Он не спал, он боялся это пропустить. Viņš skatījās sienā, jo viņam likās, ka no tās sienas nāk. Он смотрел на стенку, ему он думал, что из стены это выйдет ангел. Nenotika. И ничего не происходило. Viņš vīlās ļoti. Он очень Ну как это Dievs tā? Разочаровался. Как же Бог так? Ну viņš такая Viņš tā noskuma. Un kā bij... Visi apkārt ņirgājās pa viņu. Nu, kur tad tavs eņģels? Kur tad tavs eņģels? Начали смеяться. Ага, где твой ангел? Ну, un симптомы tā kā paliek vēl. Симптомы как бы остались еще. Bet viņš nemirst ne pēc divām nedēļām. Но он не умирает ни через две недели. Ne pēc trijām nedēļām. Ни через три недели. Ne pēc četrām nedēļām. Ни через четыре недели. Ne pēc piecām. Ни через пять. Nu, ka nāc sestā, septītā, dakteri saka, nāc uz rentgenu. И когда идет уже шестая, седьмая неделя. Dakteri gaida, ka viņš mirs. Viņi negrib zināt, lai viņš dzīvos, viņiem vajag rentgen, kāpēc viņš nemirst. Им надо рентген, почему он не умирает. Viņi aizved uz rentgenu. Его повели на рентген. Viņam ir divas perfektas plaušas. Ему перфектные легкие. Amen! Slava Dievam! Kā lai to izskaidro? Kā lai to objasnīt? Nu, Dievs būtu pakārtojis tur kaut kādu īpašai operācijai, ka tur kaut kā transplantēt kaut kāds jaunas plaušas no kaut kā cita cilvēka un blablabla. И какие-то, может, Бог бы... Pat operācija nebija. Даже операции не было. Bet, man liekas, ka daudzi cilvēki pagurs savā ticībā. Конечно, многие люди устают в своей kas, вере. Kas traucē Dievam realizēt ticības augli šo te, nu, lai notiek? Kas traucē? Ir lietas, kas traucē arī. Есть вещи, которые мешают этому плоду ja прийти этой веры. Ja tevi ir rūgtums par pārestību. Если у тебя есть горечь о том, что тебя кто-то Tas обидел. Tas rūgtums neļauj atnākt Dieva garam un izdarīt lietas. Это горечь не позволяет прийти Божьему Духу и сделать какие-то вещи в твоей жизни. Piedod visiem. Простить всех. Piedod visiem. Прости всех. Vēl viena lieta, kas traucē. Еще одна вещь, которая мешает. Grēks. Grēk. Nu, tu teiksi, es pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu, es nožēloju visu grēku. Ты скажешь, я принял Иисуса Христа Господом, я покаялся во всех грехах. Jā. Да? Bet zināt, kad uzvērtā laukā, ik pa laikam nāk augšu akmeņi. Знаешь, как, когда вспахивают поле, там каждую весну есть какие-то камни выходят. И Бог каждое время от времени вспахивает. Наши un, поля. Ir kaut kas, ko Dievs tev saka. Есть что-то, что Бог говорит. Pat ja tu esi sen ticīgais. Даже если ты давно веришь Богу. Atstāj to un to grēku. Оставь тот и тот грех. Nedar to vairāk. Не делай больше этого. Tu sāpini sev. Tavs sirdsapziņa netiek. Un savs sirdsapziņa Dievs runā. И Atstāj ты to. Tas nav labi, ko делаешь больно себе и твоя... Un katrā ticības gadā katram ir kaut kāds tāds lietas, ko jāatstāj. Твоя совесть плохо чувствуешься, и Бог через совесть говорит. Un bieži vien šī te lieta, ka tu neieklausies tēvā. И часто это вещь, что ты не слушаешься отца. Un tu saki, es nevaru to atstāt. И ты говоришь, может быть, я не могу это оставить. Dievs saka, var. Бог говорит, можешь. Jo tā spēka, kas tev dod, tev mīlēs, tu var visu. Потому что в силе того, кто возлюбил тебя, ты можешь все. Varbūt tu nevarēji aizvakar. Может, tu nevari aizvakar, bet šodien tu vari atstāt šo grēku. Но сегодня ты можешь это оставить. Un tu paņem nost to, un čih, atnāk tev dziedināšana. И ты это оставляешь, приходит исцеление. Tu visu var pievarēt, pārvarēt. Ты можешь все преодолеть. Nostāties pret tiem, tu vari tumsē. Kāpēc? Tāpēc, ka tevi ir gaismas kungs. Почему ты можешь встать
противостать тьме, потому что в тебе есть Господь ja света. Ja Dievs ilgi tev uz kaut ko neatbild uz lūkšanām, tad šīs ir tās lietas, kas var, kāpēc? Если Бог долго не отвечает на молитвы, то это ilgi вещи, viņam. Которые надо смотреть, Viņš потому что ты runā. Можешь долго не отвечаешь ему. Отстай, ja. Может, он долго говорит, оставь, оставь это. Отстал и отпакал, он отстал и отпакал. Капец. Обратно и обратно приходишь. Та маздуши, Dievs saka, tu vari. Это такая слабость. Бог говорит, ты можешь победить. Un trešā lieta ir. И третья вещь. Vēl viena lieta, ka tu neej iekšā kalpošanā. Когда ты не заходишь в служение. Tāpēc, ka tas ir tiem, kas, nu, ko Dievs ir aicinājis kalpot. Tu zini savu kalpošanu. Tie, kto, bet tu pavirši, Bog prizval bet tu atiecies. И ты, Dievs saka, sēšanas un pļaušanas likums. Поверхностно к этому относишься и Бог говорит, что закон сеяния и жатвы работает. Par to es kādreiz būtu vairāk noši par Annu, kurai nebija bērni. Я, может, больше расскажу о каком-то другом служении об Анне, которой не было детей. Bet fakts ir tāds. Но факт такой. Dievs viņai neatbildēja. Бог ilgi. Не ответил ей долго. Un tad Dievs dāvāja viņai šo te dēlu. И тогда Бог даровал этого сына. Но когда даровал? Kad viņš te viņa teica viņam. Когда она говорила ему. Dievs, ja tu man dos dēlu, если ты дашь мне сына, es visu atdošu tev atpakaļ. Я все верну тебе обратно. Tev vajag veselību. Тебе нужно... Tad pasak Dievam. Здоровье, es visu скажи, sevi atdošu tev. Я всего себя отдам тебе. Un es zinu, ka mana vecāmā tā ir pateiks par mani. Я верю, что Dievs, моя бабушка tad ņem viņu сказала visu, es tev dodu viņu atpakaļ. Я тебе ее Tikai верну. Dziedin man mazmeit. Только исцели мою внучку. Un man prasa, kāpēc tu Inesi kalpo? Мне спрашивают, почему Инесса ты служишь? Valkum visu. Служу, просто тянет это и все. Tāpēc, ka tu esi atdots. Потому что ты отдан Богу. Viņa arī atdeva savu dēlu kalpošanā. Анна тоже отдала своего сына на служение. Un Dievs, ja tev kaut ko dod, atdod viņam atpakaļ. Если Бог дает тебе что-то, отдай ему, верни. Tas ir tāpat, ka es runāju par tām, nu, par finansu lietām, teiksim, kā, nu, par arī par Aldiņu, ja? Когда я говорил о финансовых вещах. Alda nebaidās Dievam atdot to, kas Dievam ir. Un Alda Dievs viņai to dzīvi. Ну, рушина, отдать Богу ну, то, что Богу принадлежит. Что-то получается в этой жизни. Он лабак, не как тот, когда он день и ночь страдает. И лучше, чем тогда, когда он день и ночь работал. Она сейчас другим помогает. Un paliek laika arī sev, vai ne? И остается время и себе. Bērni, mazbērni auga, ka veco māti vispār neredzēja. Viņa bija kalpotāja tirgu. Tirgus kalpotāja. Она была служителем. Bet vien dien Dievs saka, tu kļūsi par zvejnieci. Tu ķersi cilvēks. И... Atdod ieej kalpošanā, pa īstam. Ловить людей. Заходи в служение по-настоящему. Pa īstam. По-настоящему. Arī tas, kas varbūt, kas tur ciet kaut ko. Nevis pavirši, nevis visu laiku gāja tik Dievs, ka tu man dziedinās, tad es tevi darīšu. Nē, sāc jau darīt visu. Tu vari visu. Не только с таким отношением, что Бог, вот ты меня исцелишь, и тогда я tas буду что-то делать. Tas ir solis, ko tu делать... Es vienmēr saku, kur vēl labāk var dziedināt Dievs? Где еще лучше может Бог исцелить? Kā tur, kur старт мацекļiem, kur viņš ir pats. Как нежели там между учениками, где он сам находится. Ja tu kalpos, tu būsi tur. Pat ja tu nāk zāli mazgāt. Даже если ты приходишь в зал почистить, ты если Tev ты там находишься. Tev visi darbi jādara kā priekš tā kunga. Все дела надо делать как для Господа. Un kur nu vēl šajā dievnamā? И куда ещё больше здесь в Божьем доме? Tev ir jāgrib, tev ir jāaugst kaut ko te padarīt. Тебе надо, чтобы было желание здесь что-то сделать. Tēvnamā. Доме отца. Tā mīlestība, ko tu atnesīsi. Это любовь, которую ты принесёшь. Tad, kad viņš dziedināja šo tizlo, когда он исцелил этого... Viņš teica viņam tā. Тизлес. Ну, nezinu. Инвалида, короче. Лежачего. Viņš teica viņam tā. Celies, ņem savu gultu un ej. И Иисус сказал ему, встань, возьми свою постель и иди. Nevis vienkārši piecelies un ej. Не просто встань. Paņem to savu gultu arī, ko te gulšņāji. Возьми свою постель, собери. Глушня на которой ты лежал. Kalpot. Иди служи. Ja? Un viņš vēl pateica vēl ko. И еще что он сказал? Viņš saka, ej, parādies priesteriem. Иди, покажись священникам. И принеси жертву Богу. Nostiprini šo te dziedināšanu ar upuru. Parādi vēlreiz, ka tu укрепи, подтверди это исцеление жертвой. Apstiprini, ka tu tici man. Подтверди, что ты веришь этому. Мне. Es tagad tev kaut kāds princips izstāstīju. Un tagad, ko mēs darīsim? Tagad ļoti augsts ir visiem. Ja? Tagad ceļamies kājās. Nākam slavētāji. Tagad ir vairākas lietas, ko mēs darīsim.
некоторые вещи, что мы будем делать. Mēs tūliņās, slavēt, lai sāk slavēt, lai kungs atnāk, ja? Tur, kur ir Dieva slava, slavē tu arī. Tur, там, ja tu, слава Господня, tur, kur tu slavēsi, tur ir tas kungs. Там, где ты прославляешь его, туда он приходит. Mēs esam runājuši par šīm Jēkab kāpnēm, kā ir kāp augšā un lejā. Говорили об этих лестнице Якова. Man te viens cilvēks uzdāvināja smuku eņģelīti. Мне человек подарил красивого ангелочка. Bet zināt, cilvēks daudz ko redz, un viņš iztēlojas pēc savas līdzības. И человек... Un pēc savu, nevis ticības, bet baiļu pakāpes. И человек многие вещи он по-другому воспринимает, видит и по своему уровню страха он также и воспринимает и видит. Zini, ka eņģeļi pēc Bībeles. Знаешь, что ангелы по Библии? 2,90 viņi ir gari. Примерно 2,90 ростом. Cik tas būtu līdz lampām aptuveni, ja? 2,90. 2,90. Tā saka Bībele. Tā говорит Библия. Tā pati Bībele, pēc kuras uzcēla no šķirstu. Tā же Библия, по которой построили ковчег. Но... Un Dievs nebija kļūdījies šādu te būvi nevar nogremdēt. И Бог не ошибался, такое это самое лучшее, ну, плывучее средство. Такими конструкциями. Viņš patiesību pateica vārdā. Он сказал в слове своём истину. Arī par eņģeļiem ir patiesība. И также о ангелах есть истина. Arī par to, kad brūce, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. И также истина есть то, что в его ранах мы исцелены. Ko tas nozīmē? Что это значит? Tev jāatceras, ka viņš ir miris par tevi, lai tu dzīvotu. Тебе надо помнить, что он умер за тебя, чтобы ты жил. Viņš ir paņēmis visas Ēģiptes slimības. Он взял все болезни Египта. Viņš ir paņēmis. Он взял. Atdod viņam. Отдай ему. Šīs slimības, kuras pasauli joprojām tev krāmē virsū. Все эти болезни, которые этот мир старается на тебя загрузить. Мет ност viņus. Сбрасывай это. Nē. Нет. Manam tēvam ir rezerves daļas. У моего отца есть запасные Manam части. Manam tēvam ir rezerves daļas. У моего отца есть запасные Manam части. Manam tēvam ir rezerves daļas. У моего отца есть запасные части. Tāpēc Jēzus Kristus vārdā mēs atsakāmies. Поэтому во имя Иисуса мы No visiem rūgtumiem. От всякой горечи. Kungs, mēs šodien pieņemam lēmumu. И мы принимаем решение. Piedot visiem cilvēkiem. Kuri mums darījuši pāri. Простить всех людей, которые обижали нас. Tagad padomā, un tagad, kamēr es slavēšanu, domā par šīm lietām. Piedod visiem, kas tev darījuši pāri. Прости. Varbūt tas pat ir tēts, mamma. Может, это отец, мама. Tu esi pieaudzis, bet tu jau pats esi sen tēts un mamma, bet varbūt tev ir kaut kāds lietas tāds. Может, это какие-то вещи, которые ты сам Un es ticu, ka Svētais Gars šajā momentā pacels augšā tev. Kas tev traucē tavā dzīvē? Дух Святой тебе покажет, что мешает тебе. Kāpēc tev pat dzīve nekā neiet? Почему не идёт по жизни? Kāpēc šī nabadzība dzenas mūs pakaļ un paņem mūs? Почему преследует это? Раўņemies ārā Jēzus Kristus vārdā. Metam nost to Jēzus vārdā. Сбрасываем это и вырываемся. Es esmu domāts labai dzīvei, предназначен для хорошей жизни, для благополучия. Kad man labi klāsies? Когда мне будет хорошо все получаться? Ja es godāšu un cienīšu savu māti ar tēvu. Если я буду уважать. Atslēg, patiesība, gudrība, cieni. Man labi klāsies un es ilgi dzīvošu. И я буду долго жить. Amen. Amen. Amen, amen. Nožēlo to, ka tu nevarbūt neesi tēvs, tevi teica, lai tu pamet kādu grēku. Tu vari to, bet tu neesi pacienties, Pakaisi ar tom iesli, Bog tu tebie Tu esi ticējis bailēm, nevis Dieva godībā, nevis Dieva spēkam. Говорил, чтобы ты оставил какой-то грех. Vienmēr, kad atnāk dziedināšana, tev jāsāk darīt kaut kas tās, ko tu neesi darījis. Всегда, когда приходит исцеление, тебе надо начинать делать что-то такое, что ты не делал. То, чего ты не делал. Un ja tu esi pīpējis, Если ты курил, un tu ļoti gribi nomest to, и ты очень хочешь бросить, tad tev būs, zini, kas jādara? Тебе знаешь, что надо будет сделать? То, ko tu nekad neesi darījis. То, чего ты никогда не делал. Tu pateiksi, nē. Ты скажешь, нет. Nē. Нет. Nē. Нет. Nē. Un vēl, ko tu darīsi? Ko tu nekad neesi darījis. Что ты никогда не делал. Es varu. Uzvarēt. Es varu būt brīvs, tu pateici. Es varu свободен. Būt brīvs. Я to, ko tu nekad neesteicis. Es varu būt brīvs. Не говорил, не произносил. Ja tev nekustās roka, tu teiksi, es varu. Tu sāks kustināt, varu. Если ты рука не двигалась, ты скажешь, я могу двигать ее. Bija sausa, bija pamirus roka. Un šiem cilvēkam izstiep savu roku. И этот человек, который рука была засохшая, он сказал, протяни свою руку. Viss notika. И все произошло. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Man šeit ir eļļa.
У меня здесь есть Илей. Nav varenais lielais spēks un burvība manī vai kādā citā kalpotājā. Нет никакой чудной силы во мне или в каком другом служителе. Так, а Дима Макаренко, он так... Как Дима Макаренко говорит. Es varu tikai cilvēku pievest pie Kristus. Я могу человека подвести ко Христу. Iedvest viņam šo, nu, šo drosmi ticēt. И дать ему эту, внушить его pats поверить. Un Kristus pats dziedinās. И Христос сам исцелит. Kristus dziedinās. Христос исцелит. Man ir jābūt tajā vietā, kur Kristus ir, kur viņu pielūk. Я должен быть на том месте, где есть Христос. Kur viņu slavē. Где его славят, kur runā viņa vārdu. Произносит starp šiem mācekļiem, kuri tic un kuri seko, būs Kristus. Между этими учениками, которые верят и которые следуют за ним. Būs Kristus. Будет Христос. Man ir jāsatiek Kristus starp viņiem. Мне надо встретить Христа между ними. Halleluja, tev jāpieskars Kristu. Viņa drēbju vīlai. Надо коснуться его края одежды. Un tavā dzīvē viss mainīsies. И в твоей жизни все может измениться. Jēzus Kristu vārdā visas šaubas. Всякое сомнение во имя Иисуса я связываю сегодня. Jeb kādu ņirgātāju garu, kas ņirgājas par Dieva svētām, svētumu, es saistu. Который смеется над святостью Божией. Šo neticības garu es saistu šeit šajā vietā. Я связываю на этом месте во имя Иисуса. Kungs, lai atvērsās Tavs varenais spēks. Пусть развернется Твоя великая сила. Lai parādās, Kungs, Tavs varenā mīlestība. Šis varenais mīlestības karstums, šī uguns, lai parādās. Tvoj agvien, lai mums ir augsti, Kungs, mūsu miesai, bet gars, gars, lai saņem dziedināšanu. Tvoj agoņi, vērē, pustajāvica izcelīnie. Ka mēs esam svētīti ar to labklājību, kas jau ir mūsu dvēselē. И Твое Слово говорит, что мы благословлены тем благополучием, которое уже принадлежит нашей душе. Мы приходим перед Тобой. Нам необходимо Твое прикосновение. Во имя Иисуса. Помоги моей невере. Помоги моему неверию. Помоги мне стать как ребенком. Истинному, который ожидает от Отца. Tev pateicos, Tēvs, ka Tev pietiek. Tev pietiek daudz, Tev daudz ir dažādu rezervu daļu cilvēkam. Благодарю, что тебе Tev daudz, daudz ir dziedināšanas запчастей, manām прапам, manām эмоциям, для моих эмоций, для моего духа, для моей души, для моего тела. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu atkal gribi dziedināt. Благодарю, Отец, что Ты желаешь исцелять. Tu gribi dziedināt. Ты желаешь исцелять. Tu gribi dziedināt. Tu gribi dziedināt. Tu gribi dziedināt. Ты желаешь исцелять. Šodien Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Сурбоко сида бака шизитина. Сида бака саранда басадеда ялора басада башизитина. Kungs, mēs šodien nākdavā priekšā. Jēzus vārdā. Приходим перед Тобой во имя Иисуса. Kungs, mēs Tev lūdzam. Мы просим. Piedod, ka mēs esam bijuši sarūktināti ilgu laiku. Что мы были в огорчении долгое время. Ka mēs neesam piedevuši. Что мы не прощали. Ka mēs turējām šos dusmas ļaunumu sevi. Мы держали это злобу. Mēs atsakāmies šodien no šī ļaunā gara. Мы отказываемся от этого злого Mēs atsakāmies no šī ļaunuma mūsos. Мы отказываемся от этой. Un mēs piedodam. Горечь в нас. Mēs piedodam, Kungs, mēs nododam Tavās rokās šo situāciju. Мы вложим в Твои руки все ситуации. Меня нет права осуждать. Pat ja man sāpē. Даже если мне больно. Kungs, Tu zini, kā man sāpē. Господь, Ты знаешь, как мне болело. Un mēs Tev, Kungs, Jēzus vārdā. И мы во имя Иисуса, Господь. Kungs, mēs Tev šodien solamies. Мы Тебе обещаем. Katrs, kam Dievs ir runājis. Каждый, кому Бог говорит. Par šiem grēciņiem un grēkiem. Об этих, kas mums ir jāatmet. Грехах больших и маленьких, Kungs, которые надо гребам, оставить. Kungs, mēs gribam, lai Tu mums runā. Господь, mēs gribam, мы желаем, lai Tu чтобы Ты говорил mums. На нам. Мēs gribam dzirdēt Tevi atkal. И мы хотим видеть Тебя снова и снова. Мēs gribam redzēt Tavus brīnums savā dzīvē, мы savas хотим видеть измаиз. Твои чудеса в своей жизни. Kungs, mēs atsakāmies no šiem grēkiem. Мы отказываемся от этих грехов. Kungs, mēs ka mēs šodien apņemamies. Мы darīt jaunas lietas savā сегодня dzīvē. Сегодня принимаем решение делать новые Nedarīt дела то, в своей жизни. Bija. Не делать то, что было. Un darīt to, ko мēs neesam darījuši. И делать то, что мы не делали. Pretoties tumsai. Противостать Ieiet тьме, гайсма, войти во свет, переодеться, лай некас мане нешер,
чтобы ничто меня не отделяло от исцеления. Чтобы ничто не могло задержать мое исцеление. Во имя Иисуса я благодарю Тебя, Господь. Святой Наполни это место, Дух Святой. Сверхъестественным образом. Мы должны знать, как приходит исцеление. Если ты ожидаешь исцеления, может, тебе придет боль. Может, тебе может прийти боль именно во время молитвы в том месте. Пока будешь поклоняться и будешь искать его край одежды, чтобы коснуться его. Un šī dziedināšana nāk pie tevis, varbūt, ka tu jūtīsi tagad tādu dvesmu par tevi. Может, ты будешь чувствовать, как дыхание над собой. Varbūt šajā augstajā telpā tu pēkši sajūtīsi karstu. Может, в этом холодном помещении ты почувствуешь жар. Varbūt tu šajā augstajā telpā sajūtīsi vēl lielāku augstumu kaut kur. Может, ты еще более холодное почувствуешь где-то в своем теле. Tev jāzina, tas ir Dievs. Ты должен знать, это Бог. Tev jāpieņem dziedināšana, nenobīsties. Не бойся, принимай исцеление. Katrs pa šo ceļu iet pats. Каждый идёт по этому пути сам. Te nevar, mēs varam nest otru, bet vislabāk, ka tu pats pieskaries šai vīlai. Мы можем нести кого-то другого, но самое лучшее, когда ты сам касаешься. Negaid, ka savu dzīves noriet, ka tev ir tā tikai tu to dari. Ei, tagad, tūliņ, šodien, tev ir iespēja. Не жди, пока твоя жизнь к концу придёт. Иди сейчас, сегодня. Soro boko sita, pakaļ šis ir tī. Mēs tagad pielūksim. Un es tur šo eļu, pēc tam mēs katrs paņemsim, sasmērsim savus plaukstus ar eļu. И потом мы каждый сможем свои руки помазать елеем. Un mēs būsim gaiss ne tikai priekš sevis. И мы будем светом не только для себя. Arī priekš citiem. И также для других. Un tu varēsi pēc tam uzlikt savas rokas uz tās vietas, kur tev ir slima. Ты сможешь свои руки возложить на то место, где тебе болезнь или боль. Ja tu tici, ka caur mani Dievs var darboties, если ты веришь, что Бог через меня может работать, я тоже возложу руки на тебя, помолюсь. Bet tagad šī vieta ļoti svarīga. Но сейчас очень важно. Meklē viņu. Ищи его. Meklē viņu. Jo mēs tik maz laika veltam Dievam. Мы так мало времени отделяем Богу. Lai veidot šīs mīlestības attiecības ar viņu. Создавайте отношения любви с Ним. Мы так много лайка поводим, а вы все кого-то цвету. Мы всяким другим вещам оставляем время. У нас есть нам мир. У нас нет покоя. У нас нет веиксмис. У нас нет удачи. У нас нет веселības. У нас нет здоровья. У нас есть сабоят, сасистас дзīves. Испорченные, разбитые жизни, судьбы. Но сегодня не лайкс тарить кого-то цвету. Ты не эстап пата шейт. Ты не просто так здесь сегодня. Neviens nevar atrākt pie tēva un tēva namā bez tēva ziņas. Никто не может отойти прийти в дом отца без ведома отца. Ja Kristus neviens nevar atnākt tāpēc. Ka Христу никто не может прийти просто так. Bet šodien ir dievkalpojums, ko Kristus vada. Сегодня есть служение, которое Христос руководит. Halleluja, slāva, rabas, sudobo, ko šis itī. Sida, da, 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 ba, sada, ba, ka šis itī. Surun, dobo, sudobo, ko sida, ba, ka šis itī. Kungs, mēs meklējam tevi. Me ishim sibera bastuda bokoshida rabana ramosi tu esi šeit starp nācikliem bet man tev jāatvar suru bostita pakaši sitīja tu robokoshida basataya robositīja ti duh Hrista tot, kuri padņal umenšik tot že duh kuri izcēlēl tot že duh ješ tut tot že duh va mne. Я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Робоста, да Бог очисти Ты. Дух Христа. Сурбоста, да Бог очисти Ты, да Бог очисти Ты. Сирон, да Бог очисти Ты, да Бог очисти Ты. Сирон, да, 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 я Робоста, да Бог очисти Ты. Сирон, да, 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 я Робоста, да Бог очисти Ты. Сирон, да, 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 Боста, да Бог очисти Ты. Суду, да Бог очисти Ты, да Бог очисти Ты. Сирон, да, Боста, да Бог очисти Ты. Сирон, да, 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 я Робоста, да Бог. Surun dobo se dobo ko shira badiya ela baka sira da 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 ora boko sira baka shira basitiya ela boko surun da 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 ela baka sira da basiti hallelujah hallelujah
Jesus, 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 Jes